37-летняя ведущая Елена Малышева пришла в гости к рэперу Басте на его авторскую программу «Газлайт», которая выходит на канале YouTube. Она откровенно рассказала о своей большой и дружной семье, включающей мужа, двух взрослых сыновей, невестку и внука. Предметом особой гордости Малышевой является старший сын Юрий, который пошел по ее стопам и получил медицинское образование. А вот младший сын телеведущей Василий пока не устроил свою личную жизнь. За старшего отпрыска материнское сердце Малышевой уже не тревожится. Юрий работает вместе со своей знаменитой мамой в должности креативного директора программы «Жить здорово». Он счастливо женат и воспитывает маленького сына. В то же время его брат Василий пока не встретил подругу жизни. Елена Малышева воспользовалась случаем и призвала девушек обратить внимание на завидного жениха. Младший сын не женат. Девочки, такой чудесный парень. Не передать. Налетайте, девчонки, заявила она во время интервью. 28-летний Василий стал единственным членом звездного семейства, не связавшим себя с медициной. Молодой человек получил юридическое образование и занялся собственным бизнесом. В настоящее время его компания, которая создает современное программное обеспечение, имеет свои интересы как в России, так и в Америке. Поэтому Василию приходится жить на две страны. Родители долго не могли смириться с мыслью, что Василий не станет врачом. Даже когда я учился на третьем-четвертом курсе университета, мама говорила, что еще не поздно передумать и поступить в медицинский. Да и сейчас, я думаю, она обрадуется, если я скажу, что решил все бросить и пойти учиться на врача, стать хирургом. Признался он в популярной телевизионной программе. Малышева также рассказала, что чувствует себя совершенно счастливо рядом с мужем-профессором, с которым прожили вместе 31 год. В разговоре с телеведущей Баста коснулся и более глубоких вопросов. В частности, он поинтересовался у Малышевой, как она относится к Богу. Будучи медиком по образованию, она ответила уклончиво. В жизни есть какие-то неопознанные вещи. Это факты жизни. Теория Дарвина имеет под собой место. Люди всегда будут спорить, всесильна ли эволюция или что-то прекрасное положило начало человечеству. Считай телеведущая.